Добрый день, друзья! Мы на канале Босса Техник. Меня зовут Иракли. Сегодня в обзоре, а также на реализации сеялка Amazon D960 Super 2003 года выпуска. Находится в одном хозяйстве, обслуживался одним механизатором. Техническое состояние полностью обслужен. Делать ничего не нужно. Высевающиеся агрегаты все в рабочем техническом состоянии. Бункер у него идет 940 литров. Состояние транспортных колес. Состояние высевающих дисков. Ромашки. Никаких сварочных работ не производилось, не гнуто, нигде ничего не подварено. Техническое состояние видно на видео. Полностью рабочее состояние. Также обслуживалось все вовремя. Данную сеялку вы можете приобрести в кредит. Также любая форма оплаты, наличный, безналичный расчет. Также мы работаем с НДС. Также мы являемся официальными дилерами трактора МТЗ. Поможем вам подобрать любое навесное, прицепное оборудование. А также поможем вам с реализацией вашей сельхозтехники. Пишите, звоните, будем рады посотрудничать с вами. Мы находимся в городе Волгоград, Историческая, 183. Спасибо за данное. Просмотр. Спасибо за внимание.